на себя железные латы и взял в руки меч. Конечно, бой есть бой, эти навыки, которые были, мне помогли, но рисунок боя другой, техника другая, ну и, конечно, нагрузка отличается, потому что снаряжение 20 килограмм, ну и соперник на 20 килограмм тяжелее. В общем, не просто дался этот бой, если честно. Алар Инайме спортсмен, он до сих пор занимается борьбой, даже выступает на чемпионатах Эстонии. Боксом занимался в свое время Алар Инайме и тоже выступал. Ну и у меня за плечами тоже богатая практика соревнований. Хотя, конечно, я думал, что я смогу больше использовать свою технику. Думал, получится бить ногами. Но в таком снаряжении ноги в лучшем случае получилось использовать, чтобы дошагать до соперника. Знаете, это хорошая традиция. Я думаю, это совсем неплохо, что городские чиновники самого высокого уровня показывают, что они тоже за не только за исторические традиции, но и за здоровый образ жизни, и за спорт.